Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 47-м уроке видеокурса «Лендинг пейдж для начинающих». И в этом уроке я хочу вам показать просто умопомрачительный эффект с любым вашим текстом с помощью специального виджета. Итак, я обновляю страницу и внимательно смотрите, что происходит. Гибко настраиваемый виджет. Сейчас мы с вами его рассмотрим. Я считаю, что это очень-очень-очень красивая штука. Это если у этого виджета настройки по умолчанию. А вот смотрите, что происходит, если данный виджет немножко поднастроить. Это просто сногсшибательная фишка. Буквы падают, и обратите внимание, во время падения они меняют свой цвет. Соответственно, этот цвет вы можете назначить вообще любой. Если вы обратили внимание, то буквы выпадают гораздо дальше. То есть это тоже можно настроить в виджете. Итак, я думаю, что вы сгораете от нетерпения познакомиться с данным виджетом. Переходим в программу Adobe Muse. Итак, я вытягиваю данный виджет в рабочее пространство. И давайте сразу разберем его настройки. Первое поле текст, ну, соответственно, вы здесь пишете тот текст, который будет анимирован. Далее у нас идут цвета. Синий цвет — это буквы, которые как бы отпадают. Белый цвет — это тот цвет, буквы, которые, то есть, остаются, как бы от них след. Белый цвет здесь не смотрится на данной заливке, поэтому я возьму такой серый. Смотрите, если вы не хотите, чтобы буквы меняли цвет при падении, оставались такими же, то вот нижние три цвета вы выставляете оттенок точно такой же, что и вот первый цвет Front Color. То есть такой же цвет, если вам нужен один цвет, то есть чтобы просто буквы отваливались в одном цвете, ничего не меняя. То есть вот это главный такой момент. Потом, знаете, текст Size, просто общий размер текста. Можете убавить или прибавить. Дальше. Вот это очень интересная фишка. Fell. Это как раз расстояние, насколько буквам отлетать. Вниз. То есть по умолчанию 25. Давайте попробуем сделать 100. Вот. И смотрите, чтобы вы поняли, на что это влияет. Вот я беру красный цвет. И больше пока ничего не трогаю. Идем в предпросмотр. И вы видите, да, где появляется красный цвет. И посмотрите, как далеко отваливаются буквы. То есть вы видите, да, во время падения они меняют цвет. И здесь вот буквы переворачиваются, задняя их часть, также можно поменять цвет. Давайте попробуем вот здесь вот этот файл выставить, например, выставить 5. Посмотрим, как они будут отваливаться. То есть практически должны рядом просто падать. И вот смотрите, следующие цвета, чтобы вы понимали, где это меняется. Ну, сразу все изменим. Желтый и последний, это уже задняя их сторона. Чтобы вы их увидели, я специально делаю такими цветами, сильно отличающиеся друг от друга, чтобы вы видели, где находятся вот эти переходы. И сделаю такой вот фиолетовый. И последняя настройка, Speed, это скорость. То есть скорость выпадания этих букв, честно говоря, Я ставил разные значения, у меня скорость почему-то не меняется. Максимум можно поставить до 1000. И смотрим в браузере. Это просто великолепно. Я поставил, видели, какое значение? И буквы, они как бы на месте переворачиваются. Ну, эффект, конечно, не очень красивый. И обратите внимание, как меняются цвета, да? То есть буквы переворачивались на месте, потому что вот это значение 5. Давайте поставим 10. Ну, можно поставить 15, чтобы они как бы чуть ниже падали. У вас здесь не должно возникнуть никаких трудностей. Данный виджет вы можете скачать на моем сайте. Под этим видео будет ссылка на мой сайт. Вот смотрите, вот так можно оставить, да, с значением 20. Надеюсь, вы найдете данному виджету применение. На этом все, и увидимся в следующем уроке.
Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет, например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу, всевозможные эффекты с текстом, круговой прогресс-бар, маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто.